Друзья, сейчас я буду снимать тайгу, где я охочусь. Конец сентября, 28 число, погода офигительная. Хожу в трубу, кричу, морала вызываю, но он что-то не отзывается. Вот смотрите красоты Сибири. Вот она, Сибирь. Это все окраски какие, а погода какая. Это что-то. Здесь рядом у нас Солонец стоит. Вот. Подъехали, товарищ с собачкой ушли. Вон туда в лог. Посмотреть следы, мой лось ходит. Ну, а я здесь зашел в лиственничную рощу посмотреть глухаря. Ну и покричал на морала. Вот. Вот это вот приспособление. Вот. Такое. Вчера он кричал, отзывался, а сегодня тихо. Быстрее всего давление меняется. Погода поменялась, давление меняется. И зверь затихает. Сейчас подойдем к Солонцу. Покажу Солонец наш. Очередной, это четвертый по счету. Вот. Это выруб. Это выруба. Вот. Вот он тут моралы бродит. Морала много, но затих, не отзывается. Вчера мы не пошли кричать, попеть с ним. Да, сегодня вышли, погода, туман был с утра. Вообще метров за 10 ничего не видно. Вот иду к Солонцу, вот следы морали старенькие, но бродит, бродит. Много его здесь, очень много. Были там другой Солонце на горе, там тоже, там вообще свежие следы проходили. Они где-то стоят, видно, я говорю, давление поменялось, и они затихли. К вечеру, наверное, вот, начнут отзываться. Лося тоже не слышно. Хотя гон у лося уже идет вовсю. А морал только начал отзываться. Вот здесь вот подходим к Солонцу. А здесь такой проходной, на дорогу высыпали, здесь лужа, ходит вовсю. Вот следы. Сейчас я дальше покажу следы. Вот здесь он вытоптал. Вот она такая, непонятно, болотинка. Вот здесь брошенный штабель. Тут осинник. И мы под штабель. Вот, видите, вон. Жировал тут. С солью боролся. Солонцевал, можно сказать. Вот он штабель. Вот соль. Вот. Вот Лёшка его, видно, лежал. А вот здесь он вот вытоптал все. Заходит. Питается солью. Вот видно, кору обдирал. Это сахатый быстрее всего. Вот здесь он грыз. Вот дерево. Это уже соленое видно. Дерево грыз. Вот так у нас здесь обстоят дела. 29
Была суббота, мы никуда не ездили по хозяйству. 30-го, сегодня 1 октября, 18-й год. Погода офигенная, утром был заморозок хороший. Сейчас потеплело, часов 10 утра. Вон лес весь освободился от листвы. Сейчас слив по дороге, вот по этой. Вот. Подняли глухарочку, копылушку поднялась, полетела, села на осинник. Посмотрели на нее, красивая. Сейчас идем посмотреть зверя. Ходим по лесу. Лес чистенький, так хорошо, тепло на улице, благодать, воздух свежий. Вообще неописуемо красиво. Сегодня 1 число, 18-й год. Вот стою в таком месте, называется мясокомбинат. Тут зверя много, морала, сахатый. Вот сейчас пытаюсь на вот такой манок вот вызвать, приманить морала. Товарищ пошел в другое место. Вот. Вон туда, в тот там распадок тоже, поманить лося. Сегодня 1 число. Всех охотников с открытием копытной, охоты на копытных. Погода отличная. Вот. Будем охотиться. Красота отличная. Вот он, старый выруб здесь идет. Вон дальше распадки идут. Лес. Ветер в выходные ободрал его. Чистый стоит. Вон кое-где есть желтенький, но это лиственница, видать, не облетела. Вот на них глухарь сидит. Ходили с товарищем, покричали на морала, не отзывается. Лося тоже кричали, не отзывается. Денек такой хороший. И тихо. Вон островки видно. Одна лиственница желтеет. Весь лес облетела листва. Вот темные стоят, это хвойные деревья. Красота. Тепло. Градусов, наверное, 15. 1 октября. Сейчас поедем домой, пообедаем, потом дальше будем думать, что нам делать. Домой — это значит на избушку.